Всем привет, с вами снова канал Супер Тюнинг, и сегодня мы будем делать необычный тюнинг проект. Как вы видите, это Запорожец 968М. Вот такой вот раньше был, можно сказать, автомобиль обычных людей, как назывался, малолитражечка. Вот такая вот прелесть. Так. И с чего же мы начнем? Ну, я скажу вам сразу, я долго не буду. Начнем с наборов на этот замечательный автомобиль. Итак, что мы можем сразу сюда поставить? Давайте посмотрим. Вот такой вот пакет мы установили на наш Запорожец. Посмотрите, как он сразу у нас поменялся. Интересно, возможно ли на этот пакет поставить другие диски? Давайте попробуем сделать это. Итак, диски. Сейчас попробуем поставить какие-нибудь другие диски, если это, конечно, возможно в этом пакете. Итак, приступим. Вот такие вот диски мы поставили на наш Запорожец, но сразу же ушел наш пакет. Так, мы, наверное, вернем все-таки пакет, который стоял на нашем Запорожце. Да, потому что с ним он выглядел более привлекательно. Итак, возвращаем старый пакет. Вот, вернули. На нем остаются такие вот необычные диски. Ну и давайте посмотрим, что здесь еще можно поменять. Ну, я бы, наверное, поменял фары. Так, что мы имеем? Можно попробовать поставить вот такие вот необычные фары. Так, конечно, по сравнению с заводскими, вот эти фары будут смотреться намного лучше. Так, может, у нас есть еще какие фары? Сейчас мы посмотрим. Так, такие вот фары у нас одни, ну, пускай мы их оставим. Так, задние фары. Так, что мы имеем с задними фарами? Так, оставляем. Опять мы поменяли пакет. Надо было не трогать фары. Фары с этим пакетом не меняются. Итак, ставим назад свой старенький пакет. Вот он, наш пакетик мы вернули. Что мы здесь еще можем сделать? Так, радиатор у нас уже установленный. Зеркала. Ну, у нас стандартные зеркала, наверное, никаких других нету. Давайте посмотрим. Вот, устанавливаем такие вот интересненькие зеркала на наш автомобиль. Да, посмотрите, как он преобразился. Так, знаете, что еще можно с ним сделать? Он довольно-таки привлекательно выглядит, но я думаю, можно его немножко опустить подвесочку. Так, вот так, отлично. Так, сделать тонировку стекол нужно по-любому. Вот такая вот тонировочка стекол затемненная. Что? Давайте еще. Так, спойлер. Отлично, давайте еще поставим. Нет, это будет слишком большой, я думаю. Да, это огромный спойлер. Чуть-чуть поменьше. Так, нет. Нам нужен вообще очень маленький, чуть заметный спойлер. Сейчас мы его поищем. Вот такой вот спойлер. Довольно-таки привлекательный маленький спойлер. И на этом я буду заканчивать. Больше, я думаю, ничего не нужно для этого замечательного автомобиля. Теперь давайте попробуем его покрасить. Давайте сделаем так. Капот. Так, есть ли у нас возможность покрасить его в разные цвета? Так, ну так, нет, это не интересно. Так, давайте пока весь автомобиль покрасим. Ну, к примеру, в какой-нибудь такой необычный цвет. Даже такой желтый, можно желто-лимонный даже. Вот, или золотистый цвет. Выберем капот, к примеру. Покрасим его в черный цвет. Можно ли покрасить чисто капот? Капот в черный цвет. Наверное, нет. А ну, что у нас есть? Крыша.
Давайте попробуем поставим черную крышу для нашего автомобиля. Будет отлично. Давайте спойлер черным цветом сделаем. Да, хотелось бы, конечно. Ну, я не вижу, как. Может быть, попробовать. Нет, так не получится. Не хочет выбираться отдельно капот. Отдельно капот не выбирается. Ага, я понял, почему он отдельно не выбирается. Так как это у нас целый пакет идет. И выбирается целый пакет. Итак, теперь мы сейчас подберем фон для нашего этого вот замечательного автомобиля. Напомню, это всем известный Запорожец 968М. И под такую вот замечательную музыку мы будем заканчивать наш тюнинг проект. Поставим для него вот такой какой-нибудь личный вид. Посмотрите, как все красиво выглядит. Вот он, наш замечательный автомобильчик. Наверное, на этом мы будем заканчивать свой обзор. Всем удачи, до новых встреч. Смотрите наши тюнинг проекты, подписывайтесь на наш канал, и вы не пожалеете.